Привет, меня зовут Илья, и я уже успел поработать с разными нейросетями, чтобы генерировать картинки, видео или музыку, и подумал, почему бы это все не использовать вместе для создания игр. Давай создадим сегодня игру в Scratch, которая придумана, нарисована и озвучена искусственным интеллектом. Погнали! Первым делом пойдем в чат GPT, чтобы он нам придумал идею для игры и написал код. Пишу запрос: придумай идею простой игры в Scratch. Спустя несколько вариантов типа шарик падает, корзинка ловит, она все-таки сподобилась выдать что-то более-менее интересное. Знакомьтесь. Космический ролевой шутер Space Escape. Нам предстоит управлять межгалактическим кораблем, уворачиваясь от пролетающих астероидов и попутно собирая мега-бонусы. Недурно, подумал я, попросил накидать мне код для игры и приступил к ее созданию. Для начала накидаем временные заглушки спрайтов. Получился красный прямоугольник в роли космического корабля, фиолетовый круг, метеорит и зеленый квадрат за место бонусов. Затем для удобства я скопировал код из чат GPT и перенес его в Scratch. Когда начал составлять код, у меня закралась мысль, что здесь написана какая-то дичь, потому что вместо перемещения корабль просто поворачивается в разные стороны. Когда мы поднимаем бонус, наш корабль вообще исчезает. Интересно, как мы будем управлять невидимым кораблем? Все же решил написать код до конца для всех спрайтов, чтобы посмотреть, что из этого получится. A few moments later. Спойлер, игра, конечно же, не работает. Я, конечно, попытался ее исправить и даже получилось что-то действительно играбельное. Но уже стало понятно, что захват мира искусственным интеллектом временно откладывается. Вы попали в автокатастрофу. Хрена с два! Хотя нейросеть и не смогла написать полноценный код для игры, все-таки идея и основа у нас есть, а также есть я, не самый искусственный, но все-таки хоть какой-то да интеллект. Так что я решил, давайте сделаем из этой игрушки конфетку и для начала пошел нарисовать новые спрайты в нейросети Stable Diffusion. Процесс генерации я, к сожалению, показать не смогу, потому что мой ноутбук отказывается жить, одновременно записывая экран и генерируя картинки. Но вот все-таки что получилось у нас. Уважаемый космический корабль, одна штука. Целых 3 астероида разных размеров, бонусная звезда и даже задний космический фон для нашей игры. Настало время приступить к прокачке игры. Найл, мы прокачаем твою тачку. Доделаем ракету, теперь она разгоняется и тормозит плавно, а также наклоняется в сторону движения. Астероиды появляются за игровым экраном, их внешний вид меняется случайным образом. Если задать астероидам случайную скорость вращения, получается вообще пушка. Корабль мигает при столкновении с метеоритом. Добавим жизни, всего их 10. Столкновение отнимает одну жизнь, подбор бонуса также дает только одну жизнь. Куда же без счета? Чем дольше мы летим, тем больше у нас счет. Бонусы и астероиды теперь исчезают при встрече с кораблем. Сделаем время появления астероидов и скорость падения случайными. Добавим уровни сложности: легкий, средний, тяжелый и хардкор. Игра начинается с легкой сложности, если продержаться нужное количество времени, сложность повышается и так вплоть до хардкора. Добавим кнопку «Начать игру» и накинем немного интерфейса. За кадром пофиксил несколько багов, и вот наша игра готова. Осталось только написать музыку в нейросетке и закинуть ее в проект. Вообще создавать игры очень интересно, и если вы тоже хотите научиться создавать игры и программировать, то записывайтесь на онлайн уроки в школу робототехники и программирования Лига Роботов. Мы вас научим создавать игры в Scratch, Unity, Unreal Engine и не только. Ссылка будет в закрепленном комментарии. А теперь встречайте величайший космический шутер всех времен Space Escape.
На самом деле этот ролик отчасти ознакомительный, чтобы показать, как использование искусственного интеллекта может упростить создание игры. Если у вас есть идеи, какую игру можно попросить написать чат GPT, пишите в комментарии, лучшую использую в следующем видео. Если вы хотите ознакомиться с проектом, ссылка будет также в комментарии под видео. А на сегодня все, пока!